И что это у тебя такое? Желуди. У меня желуди. А у тебя, Вань, где желуди? Я боюсь. Будешь еще искать? Нет. Угони. Сейчас приблизимся. Оп. А это что такое на листочке, видишь? Да. Что это? На что похоже? На шарик какой-то. Точно. А что шарик это? Такой. Ну что скажешь, на что похож? Он не двигается. Не знаю. То есть, подожди, то есть он не отваливается, да, от листа? Да. Ягоду! Где? Да. Похоже на ту, что на листочке. Ага. Да, может, одно и то же, как думаешь? В лесу грибы могут быть. А где же их искать? В лесу. А где лес? Вот. И правда. Ну что, поехали. Мы уже нашли палечку. Папа, кто это? Давай посмотрим. Ну, похоже, просто есть только заряды. Да. Внутри почки раньше сидел лист, да? Ага. А был похож на что-то такое суровое. Ну как тебе сказать, маленький. А мы везде огрём. О, какой, смотрите-ка. Ванюх, что это такое? Ты видишь его? Он маленький. А где он, покажи мне. А, ты здесь его увидел? Он а маленький. Теперь, да, это маленький грибок. А теперь посмотри на землю-то, под твоими ногами. Вниз посмотри. А где большой грибок? Ваня смотрит прямо себе под ноги, ничего не видит. Так. О! А это какой? Большой. О! Вот это, Ванюх, мухомор. Настоящий мухомор. О, вот пальчиком, да, зря ты его трогал. Он ядовитый. Он ядовитый. Пайка. А приедет пайка. Что? И теперь ты можешь палочкой, да, его потрогать? Ага, только не сбивай его. Некоторые лесные звери его кушают. На птемей садизни. Кто? Садизни. А это кто такие? Червяки толстые. Вода холодная, наверное, да? Ага. Прозрачная. Смотрите, какое отражение, да? И листья, как кораблики, плавают. Проверим сам мост. Очень скользко. А вот это бревно. Ну-ка. То же самое, как лед. И эти бревна, как лед. Как нам по ним перейти?